Три спортивных площадки Ивановской области, где зимой заливают катки, соревнуются за возможность получить вторую жизнь и быть отремонтированными. Тройка лидеров, набравшая максимум баллов в интернет-голосовании, будет реконструирована за счет организатора конкурса, а люди, отправившие заявку, получат подарок коньки. Правда, конкуренция высока. 43 города представили 53 заявки. Кинешемская хоккейная коробка сейчас на четвертом месте. Отрыв от третьего призового места составляет 850 голосов. Жителям Кинешмы нужно активизироваться, чтобы получить такой хороший подарок для города. Голосование продлится до середины февраля.